Самое большое удивление от Чикаго в этот раз, у меня было посещение туалета в аэропорту Охара. Удивительно, на самом деле. Вот 21 век, какая-то технология, смотрите. Опускаем сюда. Нажимаем на кнопочку. И меняется пленочка. Казалось бы, все просто, вот предельно, но гениально, согласитесь. Ну и, соответственно, сенсорный датчик, который спускает. Подключим розеточку.